Всем привет! У нас сегодня в обзоре газовая горелка от фирмы Farm Apple, модель под названием FMS-105. Давайте откроем и познакомимся. Газовая горелка модели FMS-105 идет в комплекте с пластиковым куфром, который защищает ее от повреждений. Портативная горелка со шлангом отлично подходит для базового лагеря. Данная портативная горелка отличается особой прочностью и устойчивостью, позволяет вам приготовить пищу на любой неровной поверхности при большой нагрузке. Итак, для начала давайте разберемся, как она открывается. Открыли ее по бокам. Затем раскрыли ножки. Также гибкий шланг обеспечивает удаленное подсоединение резьбового сменного картриджа и позволяет использовать топливо полностью. Также хочется обратить ваше внимание, что в комплекте у нас идет пьезоподжиг, поэтому использование более комфортное. Итак, берем баллон, накручиваем на шланг, открываем поток газа, поджигаем с помощью пьезоподжига и готовим. И не забывайте, что огромный выбор горелок на любой вкус и цвет на сайте mandrivnyk.com.ua.